Когда мы говорим о водомере, о чем мы думаем? О чем? Конечно, о воде и вещами, связанными с водой. К слову, в водомере этих вещей пруд-пруди. Не просто много, а очень-очень-очень. Ну не верите, ну зайдите. Есть все, что нужно здесь. Цены, кстати, с моей точки зрения абсолютно не кусаются. И работая по моему любимому китайскому принципу, продажа больше и не задорого. И вот тогда. А что тогда? Тогда водомер вырос. И сегодня весь перечень ремонтных работ и строительства. И вот вам такой водомер. Хорошо? Хорошо и красиво. Да, конечно, водомер делает все для вас. Но водомер также не стоит на месте. А вы не знали, а теперь знаете, что водомер участвует в капитальных ремонтах. Да-да-да, пожалуйста. Причем делается абсолютно все. Стройка, электричество, ну, естественно, вода. И вот для этого он и работает. То есть, если у вас возникли какие-то проблемы с капитальными ремонтами, вы можете обращаться именно сюда, по вот этому телефону. Обратившись, вы поймете другое качество работ. Потому что водомер работает на перспективу, а не так, чтобы своровать ваши бабки. Теперь малость о себе проеду. Количество потенциально мертвых строителей умножается на 2 по количеству потенциально мертвых продавцов машин. Не верите, а верьте мне. Но водомер идет вперед. К слову, умело сочетая качество работ с гарантией. И вы знаете, негарантированное качество, и это я вижу, и это принцип отката, развалилось, переделываем целиком. Представляете, сколько бабок в это дело влуплено? Это наши же бабки. Мы платим эти деньги. Эти деньги могли бы быть у каждого человека. Просто немножко надо голову включать. Вот только во мне откат имеет другое значение. Я ненавижу это слово. Делайте, если не на век, то хоть на 10 лет. Вот это правило. 10 лет работают дороги. 10 лет и более не разрушается кладка. 100 лет и более работает грамотный бетон. Вот как делать надо. А не каждый это умеет делать. Далеко не каждый. Не каждый делает качественный ремонт. Потому что это никому не нужно. Это никому не нужно. И эти никому не нужные люди, они все испарились. А водомер продолжает работать. Водомер продолжает работать, и вы получаете изумительный эффект. Потому что есть такая штука под названием гарантия. И он работает. И вы получаете гарантированный качественный ремонт.